Привет, это Ник Спикс. Сегодня очень модно быть онлайн, и я тоже создал свой онлайн-курс. Но некоторые школы не идут онлайн, они предпочитают только учить face-to-face, либо какой-то physical location. То есть они предпочитают оставаться на своей позиции, to stick to their guns, то есть прилепиться к своему пистолету, если переводить дословно. Ну, естественно, идиомы мы не переводим дословно, поэтому они так и называются. Итак, stick to one's guns, то есть оставаться на своей позиции, то есть не переходить куда-то, не менять точку зрения. Окей, let's stick to our guns. Давайте, продолжать то, что и делали. Let's not change anything and stick to our guns. Окей, guys?